Сегодня с рабочим визитом в Чувашию приехал Геннадий Онищенко, заместитель председателя Комитета Госдумы России по образованию и науке. В Доме правительства прошел круглый стол, в котором приняли участие глава республики Михаил Игнатьев и руководители профильных министерств и ведомств. Организация питания в детских садах и школах – одна из главных тем, затронутых в ходе совещания. В республике успешно работает предприятие, которое выпускает профессиональное кухонное оборудование. Его закупают почти все школы республики. Все программируется, повар уже там не влияет на процесс, и у нас качество блюд улучшилось. Универсальных стандартных проб у нас сейчас в школах очень низкие, 1,8%. Глава Чувашии представил Геннадию Онищенко профили здоровья. В республике их начали разрабатывать несколько лет назад, причем в разных категориях. Это важный инструмент по формированию приверженности к здоровому образу жизни. Геннадий Онищенко одобрил инициативу и предложил создать профили для детей разных возрастов. Нужно дошкольный. Ну, вот сколько у вас? Сколько образовательных стандартов? Дошколята, начальные, средние классы и старшие. Вот, под каждый образовательный стандарт? Да, вот под каждый направление. Параллельно медики и специалисты в области спорта решают еще одну очень важную задачу – привлечь к занятиям физкультурой как можно больше взрослых и детей. В регионе уже не первый год ежемесячно проводятся Дни здоровья и спорта. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.